Всем привет! Я бы хотел сделать сравнение графики на Resident Evil 3, на PlayStation и на Dreamcast. Вот, сразу хочу сказать то, что такая же графика, как на Dreamcast, она, в принципе, такая же, как на компьютере, просто с компьютерными версиями проблема, потому что они игры-то старые, как их не пробовали оптимизировать для Windows XP, все равно они не на всех машинах нормально идут. Вот, и есть определенные проблемы с графикой, я уже про это делал видео, но я, в принципе, там разобрался, просто там управление кривое, его никак нельзя настроить. В общем, я никак не мог нормально сделать, чтобы работала нормально у меня версия для компьютера. И мне один знакомый мой хороший, Дмитрий, я ему хочу сказать спасибо большое, он мне посоветовал серию и версию для Dreamcast. И знаете, на Dreamcast даже, наверное, графика получше будет, чем на компьютере. Ну, плюс, ну, там можно на эмуляторе играть. Плюс там можно управление как хочешь настроить. Вот, и люди проходят, я почитал на форумах, проходят нормальную игру полностью, Dreamcast-овскую версию, и ничего не зависает. Там вот была одна проблема, то, что там зависало, но есть фикс вышел. Вот, так что нормально играется. И я сейчас поиграл, сделал скриншоты, сравнение. Действительно, большая очень разница. Сейчас вы увидите, какая графика размытая и нечеткая на PlayStation, и какая четкая, хорошая графика на Dreamcast. Вот такая же графика, в принципе, должна быть на компьютере. Вот, значит, я играю на Dreamcast на эмуляторе, но игра идет 4:3, потому что она сама по себе, собственно, 4:3. Но на эмуляторе Соньки можно делать 16:9, то есть изображение получается немного растянутое. Вот, и вот я... То есть, например, смотрите. То есть я сделал скриншоты с эмулятора PlayStation, да? И скриншоты с Dreamcast. То есть, получается, скриншоты с эмулятора 16:9 на PlayStation, а Dreamcast 4:3. Вот. Но все равно, даже если соневскую версию не растягивать 16:9, даже если играть 4:3, то там все равно такая же смазанная графика получится. То есть, вы посмотрите, какая четкость на Dreamcast. Вот. Так что вот, например, у нас так вот выглядит меню PlayStation версии. Да? Вот так выглядит меню Dreamcast. То есть, видите, сразу разница, как тут смазано и как тут почетче. Вот. То есть, как бы, даже на эмуляторе там... То есть, как бы ты эмулятор не настраивал, соневский, все равно такая же будет размытость. То есть, ничем ее не исправишь. То есть, сама по себе такая версия. Даже, я говорю, если на Соньке играть, то там будет то же самое. Дальше, наемники, титульный экран, соневская версия. Титульный экран Dreamcast. То есть, видите, она идет 16:9, да, растянутая. Dreamcast 4:3. Но видите, она более четкая. То есть, как бы вы можете сказать, что если эту версию растянуть с 4:3 на 16:9, то она будет размытая. Знаете, я на самом деле не знаю, можно растянуть или нет. Но я говорю, вот эта растянутая версия, вы можете сказать то, что она размытая, потому что она растянутая. Нет, нифига не тому подобное. Ничего подобного, как бы, да? То есть, ну, вы поняли, да, еще я хочу сказать. Я же играл на Соньке, я знаю, какая на Соньке. На Соньке-то она идет 4:3, так она такая же размытая. То есть, пофигу, 16:9 или 4:3. Сама по себе графика на Соньке такая вот размытая и нечеткая. Дальше, Dreamcast. Дальше меню выбора персонажа. Но тут, видите, на эмуляторе тут глюч, но тут нужны настройки, чтобы не глючили эти самые названия, чтобы были четкие. Но я не стал с этим заморачиваться. Вот какая на Соньке, то есть сам по себе персонаж, видите, оружие. А вот какое четкое на Dreamcast. Вот Сонька, вот Dreamcast. Дальше. Карта на Соньке. Карта на Dreamcast, но видите, она тут немножко... Яркость разная. Дальше. Это вот я с наемников решил сделать скриншоты. Смотрите, на Соньке, да, какая размытость, нечеткость. А смотрите, как на Dreamcast. Вот я говорю, как на Dreamcast, так, в принципе, она и на компьютере должна выглядеть. Вот. Видите, какая разница? Дальше. Сонька. Еще раз повторяю, неважно, 16:9 или 4:3. Сонька сама по себе такая графика галимая. Смотрите, какая здесь. Хоп, какая тут. Видите? Вообще, да, какая разница? Пипец. Охренеть. Во. Смотрите, как... Это, знаете, как будто... Вот когда играешь на Соньке, это, знаете, как будто у тебя плохое зрение, как будто ты без очков сидишь, нифига не видишь. Вот. А тут как будто ты надеваешь очки, и сразу все четко видно. Вот то же самое ощущение. Да? Вот, соневская версия, как будто играешь без очков. Я слепой, ничего не вижу, все размытое, куда идти, что делать, не понимаю. А вот дримкастовская. Ну и на компьютере, как и должна быть. Вот. Дальше текстурка двери. Тут особой разницы нет, только яркость, да? Вот, дальше здесь.
Здесь. Здесь, вот, то есть. Ну тут скриншот с зомби, а с Dreamcast я сделал без зомби. Но все равно видно, какая разница, да? Вот здесь. Здесь. Вообще, блин. Но тем не менее, вот в эту размытую соневскую версию я всю жизнь играл и как бы не жаловался. Но после того, как я узнал, какая графика на самом деле должна быть, мне захотелось поиграть. Но я уже делал видео, что я не мог, короче, настроить нормально компьютерную версию. Вот. А теперь Dreamcast, спасибо еще раз хочу сказать Дмитрию. Теперь я могу нормальную четкую играть, а не размытую. Вот. То есть я как бы из версии для компьютера я вытаскивал все вот эти задние планы. То есть вот у тебя персонаж, да, зомби, на экране вот эти надписи. Вот, а я вытаскивал чисто задние планы, то есть чисто сами локации, без персонажей, без всего. Вот они были именно вот такими вот четкими на компьютере. А на Соньке они вот такие вот смазанные все. Вот. Видите, какая большая разница. Это вот инвентарь. Хоп. И это меню, это самое. Вот. Ну, тут особо разницы нету. Не, ну, в основном в графике, да, то есть, видите, какая разница. Вот, еще раз повторяю, пожалуйста, не надо мне писать в комментариях то, что ты растянул 16 на 9, поэтому размытый. Нифига, я говорю, сама по себе такая соневская версия. Вот. Ну, то есть, понятно, даже на Dreamcast, понятно, что Dreamcast, он как бы получше, да, чем Сонька первая. Поэтому он выглядит, там выглядит все лучше. Вот, так на компьютере также выглядеть должно, как на Dreamcast. Вот, графика примерно такая же. Вот. Так что вот сравнение какие, я, конечно же, хочу. Я все время, так как я всю жизнь играл на Соньке, то у меня, соответственно, у меня летсплей на вот, на Линкин Симпсон у меня на канале, у меня, короче, они все... сделан с соневской версии. Теперь я буду делать с версией Dreamcast. О.